старший лейтенант ГАИ, такой, и вдруг видит автобус, там, нарушает, еще с московским номером, думаю, сейчас я, он, останавливается, автобус остановился, шофер открыл дверь, и он начал, права, на него так, замазал, и так посмотрел в автобус, и вдруг он увидел, что сидит старший. Он замер так, потом выпрямился и диким голосом закричал: «Здравствуйте, товарищ Сталин!» А голова не был, как говорится, в роли. Поехали. Дальше досказывали, что старшим лейтенантом было следующее. Естественно, он кинулся звонить по телефону в ГАИ. «Товарищ майор, в городе Сталин, только что было. Да ты что, дурак, съемки идут. Артисты приехали, там же голова не было. Да что вы там, видно, так это расстроился все.